Мэр Магадана Юрий Гришан встретился с депутатом городской думы по 21-му избирательному округу поселку Сокол. Николай Ярощук рассказал о планах работы по благоустройству округа. Обсудили то, что будет реализовано в этом году. Это завершение строительства парка, частичное асфальтирование, озеленение. Также в скором времени намечается встреча мэра с жителями поселка. 14 марта Юрий Федорович организует выездную встречу в поселок Сокол для встречи с жителями. Я также планирую присутствовать на этой встрече. Но ожидаемые вопросы от избирателей наших – это, опять же, благоустройство, это проблемы ЖКХ, это удаленность территории.